Сегодня в Тюмени после полной реконструкции открылся спорткомплекс «Олимпия». Это корпус Института физической культуры Тюменского госуниверситета. Центр стал больше, общая площадь 10 тысяч квадратных метров. А вместо трех этажей – 4. В нем есть все для обучения студентов. 25-метровый бассейн, тренажерный зал, кабинет функциональной диагностики, а также несколько помещений для групповых занятий. Самое главное, чтобы вся эта инфраструктура сейчас работала на корте. Потому что она большая, достаточная, и, конечно, не должна превращаться в закрытый клуб только для спортсменов. Здесь всегда должны работать секции. Во всем мире, кстати говоря, спортивный зал даже с 4 утра работает, очень активно используется. 4 утра рановато, но вот я с 6-7 тренируюсь, вполне себе комфортно можно тренироваться. Заниматься в новом спортивном центре «Олимпия» смогут все жители Тюмени, в том числе воспитанники детско-юношеских школ. Работать центр в будни будет до полуночи. По итогам 2018 года более 40% занимаются систематической физической культурой и спортом. Действительно, есть показатели, на которые мы должны ориентироваться. И этот показатель к 2024 году должен достигнуть 55%. А с появлением таких объектов, конечно, существенный вклад в дело продвижения спорта, здорового образа жизни. Конечно, я думаю, что мы наиболее еще быстрее выполним те показатели, которые у нас есть.